Сколько можно? Звоните мне. Я дам дело. Молодец. Смотри. Тут еще опять этот, ну, звонил и вонючий. Ну, да. Московская область.
Московская область. Не сиди тут сегодня. Не себе сделал практический дом. Осталось его заделать и все. Тогда будет просто круто. Опять он звонит! Манда, сколько можно? Он опять звонит. Если он только вообще не прекратит, он, наверное, всю ночь будет звонить даже. Чего от этой Московской области нам надо? А я, кстати, знаю, что, мам? Я вот видео записываю, просто не говорю. И вот я случайно нажал на отклонить. Ну, на вот эту красную нажал случайно. Я просто хотел вот так и получилось так. Я что, совсем дурак? У меня же еще остатки есть. Ой, блин. Я вообще забыл, что у меня стак еще есть. Тут у нас будут окна. Неплохие. Что там бьется? А, нет, другие. Ладно.
Кровать слишком далеко. Да сколько можно? Так, смотри-ка. Да вы меня не убьете. Ты тоже не убьешь. Он отстанет сам. Получается. Там ищи. Все, иди отсюда. Теперь надо что-то сделать. Что это? А жить это понятно. Ты меня испугал, думала я уже, что крипер это. Просто, блин. Теперь накапываем земли. И 23 земли у меня в инвентаре. Понятно.
Блин, давай заходи. Пока мне все растет, надо вниз спуститься. Ну-ка, стоп. Стоп, стоп, стоп. А, у нее. А нет, а ну-ка, вот это пригодится и вот это. Блин, а? Блин, блинский. Такс. Теперь заходим в верстак. Так, 36 штук. А, у меня там еще. А, нет. Все. Так, что тут мне надо скрафтить? Так. Опс. Можно скрафтить это. И вот это.